Тренинги, лекции и семинары от лучших экспертов наполнили трехдневную программу Высшей партийной школы «Единой России» в Нижнем Новгороде. Работать с медиаструктурами проще изъясняться и прислушиваться к тем, кто вокруг, учили региональных и местных политсоветов партии, депутатов областного парламента и городской думы Нижнего Новгорода, руководителей предприятий, учреждений образования и здравоохранения региона. Эти моменты, они дают нам остановиться, оглянуться, понять, кто мы такие, где мы, в каком времени живем, какие тенденции этого времени, что происходит в обществе. И, конечно, эта учеба очень-очень много дает. Я серьезно всегда люблю учиться сам, учусь, призываю других и считаю, что такие проекты должны существовать. С участниками высшей партийной школы пообщались секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Они дали свою оценку образовательному модулю. То, что я увидел сегодня, вот тот уровень подготовки самих преподавателей, экспертов, которые принимали сегодня участие в работе. Тот подход к самой организации работы высшей партийной школы в Нижегородской области позволяет нам говорить о том, что это не окружной статус. Это статус всероссийский, и мы договорились о том, что федеральные партийные учебные модули мы будем читать здесь, в Нижнем Новгороде. Для нас очень важно, чтобы лучшие практики региональные отрабатывались на Нижегородской площадке. Нижегородская область стала одним из первых трех регионов, где открыли филиал высшей партийной школы «Единой России». Будем обязательно продолжать, не сбавлять темпы. И я уверен, что все это приведет в конечном итоге к повышению качества политического процесса в регионе, к авторитету высшей партийной школы Нижегородского филиала на федеральном уровне. Я за то, чтобы для того, чтобы поучаствовать в наших курсах, очередь выстраивалась, в том числе из москвичей и из представителей других регионов. Но мы, конечно же, обеспечим квоту для нижегородцев, чтобы они точно в этой очереди не проиграли и всегда имели возможность работать над собой, совершенствоваться и учиться. За организацию высшей партийной школы в нашем регионе отвечала Инна Ванькина, депутат городской думы Нижнего Новгорода и директор театра юного зрителя. Образовательная площадка должна была учитывать специфику федерального округа. Мне было очень ответственно и очень волнительно, как это получится, справимся ли мы. И, конечно, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции внесла свои планы. Но сегодня мы здесь. Я думаю, что у нас все получилось. Как отработала кузница партийных кадров, покажут дебаты, общение с нижегородцами и ближайшие выборы, которые состоятся в единый день голосования уже 13 сентября. Александра Шеломцева, Владимир Гайдай. Время новостей.